Друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Наконец-то хороший лед встал на большой воде. И сейчас я иду на одно очень интересное место, коряга на дне. Взял мормыш с собой. Так что добро пожаловать на открытие большой воды. В общем, ребят, лунки я закормил, ветер дует просто крышесносный, поэтому даже не снимал, потому что камера просто со штативом вместе падает. В общем, сейчас иду на первый круг. Моя удочка самодельная, карбоновый кивок, леска 0.12 и мой мормыш на вольфраме, вес 0.65 грамма. Сейчас пойдем проверять трофеи. Варежка, стол. Варежку убила. Установил. Нормально, лопушок. На мормыша взял. Вот такое сейчас мы его ведерко кинем.
рыбешка. Вот она. Вот это кушарик. Кушарик, да как кушарик. Такое где-то грамм, наверное, 400 есть. Красавец толстенький. Ух! Лепота. Взял четко. Четко, как прям посерединке. Ни за что бы не убежал. О, перчатки полетели у меня. Фух. Пробегал. Самый лунки потянул подлещик. Нормальный. О, какой хороший. Что-то отцепился сам. Ну, дяденька такой. Приятный. Интересно, как сопротивляется. Сдается. Похоже на окуня. Да, окунь есть. Кушок. Ой, толстенький такой. Красавчик. Шо взял? О, как. О, какой. Толстомясик. Все, ребят, первый круг я завершил. Особо сильно крупной рыбки нету. Попался один окунек такой более-менее нормальный. Ну и более-менее нормальный подлещик. Вот они у меня тут. Вот окушок, подлещик. Рыбачу пока что на мормыш продолжаю. Ветер вообще просто сумасшедший, не дает нормально рыбалить. Кивок колбасит вот так вот. Надо что-то думать, придумывать. Может быть, ставить на удочку более жесткий шестик, чтобы вот так не раскачивало сторожок, когда дует такой ветер. Но вообще сегодня где-то 12 метров в секунду примерно. От 5 до 12 метров в секунду с порывами такими сильными. Рыбачить как бы вообще некомфортно, я бы сказал. Есть, конечно, желание поставить чертик такой побольше, где-то, наверное, на 0,9 грамма. Но, наверное, пока воздержусь, потому что есть большая вероятность того, что приплывет настоящий трофей, а с чертиков рыба частенько бывает сходит. Вот поэтому, наверное, пока порыбачу на своего мормыша. В общем, жду настоящего трофея.
сожалению, второй круг я прошел и не увидел ни тычка. Поэтому, чтобы сейчас было покомфортнее рыбачить, прицеплю чертика, который будет весить больше, чем мой мормыш. Если и на черта не будет ничего клевать, тогда уже будем думать и экспериментировать. Так. Такой вот у меня чертик есть. Достаточно большой. Есть еще вот такой. Но это, наверное, перебор. Так что пока вот на таком остановлюсь. Вот там. Эх ты, и убежал. Напал ли. Жалко. О. Вот. Присоседилась рыбка какая-то. Ничего так. Нормально. Кто там? Кто там? Во! О, хороший. Взял так чертика. Замечательно. Ну как бы. Не сказать, что прям гигант, но приятный. Приятный. В общем, третий круг завершился. Значит, на первой лунке у меня клюнул сначала подлещик на паузе, но отвалился с черта. И потом в этой же лунке у меня клюнул окунек. И потом я пробежал абсолютно все лунки и не было ни тычка. Поэтому сейчас решил поставить мормышку. Ведьмочка. Вот такая вот мормышка интересная. Вот. Сейчас попробую на нее, потому что время уже близится к сумеркам. Ну, еще плюсом ко всему, взлетели тучи. Вот, так что
погода как-то резко поменялась. Не знаю, как это вообще отразилось на рыбе, но поклевал это с самого начала. А вот сейчас как-то клев более-менее так затих. Но я закормил остатками мормыша еще 3 лунки, так что есть у меня надежда на то, что еще придет сегодня хорошая рыба. Так что будем сейчас еще проверять. К завершению моя сегодняшняя рыбалка. Должен сказать то, что это была очень трудовая рыбалка. Вы видите сами, какая была перемена погоды. То есть сначала вроде как бы с утра светило солнышко, потом какая-то пасмурная погода налетела вдруг откуда ни возьмись. Ну и рыба перестала клевать. Окунек попал, подлещичек попал. Тут вот еще окуньки такие вот попали. Ну, в общем, рыбалка состоялась у меня довольно-таки продуктивно по весу, но малоэффективно по количеству. Конечно, я сегодня рассчитывал на то, что клюнет какой-нибудь настоящий трофей. Тем не менее, результатом я вполне доволен. Желаю и вам ловить почаще таких хороших окуней и подлещиков. У меня на этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.